Вітаю вас у вечірньому ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Точка зору депутату». І я представляю гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав заступник голови Миколаївської обласної ради Олександр Смірнов. Вітаю вас. Олександр Миколаївичу, активно триває підготовка до чергової сесії Миколаївської обласної ради. Пленарне засідання має відбутись 30 липня. І я пропоную вам зараз обговорити одне з питань порядку денного. Мені здається, воно досить цікаве і важливе. Це оголошення щорічного обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Можливо, хтось з наших глядачів ще не знає, що це за конкурс. Розкажіть, будь ласка, про нього, відколи він започатковано, що він собою уявляє? Ну, этот конкурс мы проводим уже третий раз, объявляем, то есть третий год. Проведение такого конкурса предусмотрено областной программой развития местного самоуправления, которая принята депутатским корпусом областной рады 6-го созыва. И эта программа завершает свое действие в 2015 году, и мы приняли решение на более ранних этапах объявить конкурс в этом году, чтобы до конца каденции по плану календарному провести отбор проектов, определить победителей и оставить уже для наших преемников, депутатов 7-го созыва, уже полностью отработанный блок проектных пропозиций от органов самоврядования, которые нужно будет финансировать уже в следующем финансовом году. А что взагалі собой являет цей конкурс? Какие проекты пропонуются? Да. Какие механизмы проведения конкурса? Этот областной конкурс – это инициатива постоянной комиссии по вопросам регионального развития областного совета, руководитель комиссии Кулашкин Сергей Викторович. И ее сводится он к тому, чтобы часть средств областного бюджета направить на софинансирование проектов и проектных решений, которые инициировали органы местного самоуправления нижнего уровня, которые приняли участие в конкурсе и вызначены переможцами. Участниками, как я уже сказал, являются органы местного самоуправления, а призовой фонд конкурса состоит как бы из трех категорий. Первая номинация – это сельские советы и поселковые советы, 50 тысяч гривен, часть, которую выделяет областной бюджет. Города области 75 тысяч и районные советы, доля на софинансирование от областного совета 100 тысяч. Если мы говорим, что одним из условий победы является софинансирование автором проектной пропозиции не менее 50%, то вы понимаете, что, соответственно, проекты могут быть на сумму там, от 100 тысяч для поселков и сел до 200 тысяч для районов. Это весьма существенный ресурс, правда, в ценах прошлого года. И поэтому я думаю, что проведя этот конкурс в этом году, уже депутаты следующего созыва, наверное, будут работать над внесениями изменений в положение о порядке проведения такого конкурса для того, чтобы были адекватные финансовые ресурсы для внедрения местных инициатив. Щодо порядку, існує якийсь алгоритм, механізм проведення цього конкурсу, він передбачає кілька етапів. Як взагалі от місцева громада, як вона може взяти участь у цьому конкурсі? Це достатньо розпространена публічна інформація, вона розміщена на офіційному сайті обласного совєту в розділі «Конкурси проєкти». І будь-який желаючий, зайдя на наш офіційний сайт і клікнув на цю посилочку, одразу відкриває доступ к положению о порядке проведения конкурса. Значит, все начинается, сам конкурс начинается с принятия областным советом решения о проведении в текущем году конкурса. И в этом же решении определяется срок начала подачи заявлений и проектов в конкурсную комиссию и дата завершения.
Далее наглядовая рада, которая утверждена распоряжением главы облсовета, работает вместе с экспертной группой и изучает все поданные проекты, оценивает их по экспертному листу и на заседание наглядовой рады подает свои предложения о перечне проектов, которые набрали наибольшую рейтинговую оценку. Когда это решение публично и открыто принимается, тогда с ним работает планово-бюджетная комиссия, которая вносит предложение областной госадминистрации о включении в проект решения об утверждении бюджета на следующий бюджетный год соответствующих сумм на впроваджение проектов. Когда такое решение принимается, то уже с начала следующего года мы заключаем договора с победителями конкурса, и после подписания договоров, значит, уже, значит, можно приступать к реализации проектов. Условием получения денег из областного бюджета является выполнение обязательств автора проекта в части финансирования тех мероприятий, которые отнесены к его бюджетным обязанностям. Я скажу так, опыт последних двух лет говорит, что 99% проектов все-таки завершаются в том порядке, в котором были запланированы. В исключительных случаях отдельные сельские советы выиграв конкурс, не реализовали проекты только из форс-мажорных обстоятельств, когда исполнение их местных бюджетов, скажем, не состоялось в тех прогнозных цифрах, которые были утверждены на момент их принятия. Таких примеров было каждый год примерно по одному проекту не было реализовано. Средняя сумма, которую мы ежегодно выделяем из областного бюджета на софинансирование, в разные годы разная, от 500 до 723 тысяч на проекты 2014 года, которые сейчас финансируются в 2015 году. А про яку кількість проєктів йдеться? Зазвичай, скільки переможців? І як вони визначаються? За якими критеріями? От як, хто визначає переможців? Да, значить, і що да, потрібно? Для оцінки проєктів у нас створена експертна група. Экспертами являются специалисты, которые получили сертификаты проектных менеджеров на разных курсах. Вот я, например, в свое время проходил дистанционное обучение в рамках украинско-швейцарского проекта «Деспро» под патронатом Государственного фонда развития местного самоуправления и получил сертификат. И таких специалистов у нас уже достаточно много в области, поэтому мы как минимум 10-12 человек привлекаем в качестве экспертов для оценки. Они, значит, имеют опросные листы. В этих опросных листах есть 11 критериев, по которым оценивается каждый проект. Ну, для примера, значит, все эти критерии четко прописаны в положении о порядке проведения. Как бы, как пример, значит, первый критерий, значит, соответствие данного проекта приоритетным направлением конкурса, которые задекларированы решением совета. Второе, реалистичность проекта. Речь идет о том, значит, четко должна быть сформулирована проблема, которую планируется решить в рамках данного проекта. Допустим, вымерность, конкретность тех результатов, которые планируется достичь. Здесь очень важен также и факт наличия или отсутствия поддержки проекта со стороны членов той громады, которая подала проект. И такой вклад может быть не только денежный, но и трудовой, и ряд других. Самое главное, что мы стараемся оценивать, насколько реалистичен этот проект к внедрению,
спроможна ли громада, имеет ли она достаточный опыт и финансовый ресурс, чтобы реализовать проект, и какое, самое главное, какое влияние окажет конечный результат, скажем, на качество или доступность определенной послуги, или значит, уровня благоустройства и так далее. Поэтому в итоге все результаты экспертной оценки передаются наглядовой раде, которая уже и отбирает их по рейтингу и определяет их приоритетность коллегиальным решениям. В состав наглядовой рады входят специалисты, которые имеют опыт работы с проектами инвестиционного характера. Это специалисты управления капитального строительства облгосадминистрации, департамента экономики, это главы всех профильных бюджетных комиссий, работники либо специалисты департамента финансов, а также наши партнеры из проекта «Местный развиток ориентированной на громады», которые работают в областном ресурсном центре. Олександр Миколайович, ну це такі загальні відомості. Я думаю, що варто може назвати якісь конкретні приклади. Коли ми говоримо про конкретні проекти, то може це буде більш так, ну, переконливо. Скажу так, на самой модной темой большинства проектов это является либо енергосбереження, либо енергоефективність. У нас в різні роки були реалізовані проекти, допустим, заміни газовых котельных или, допустим, централизованных систем отопления на установку, ну, допустим, котлов, которые используют альтернативные виды энергии. Вот как пример, допустим, город Вознесенск в прошлом году реализовал проект, когда, значит, дом культуры, значит, были установлены батареи, которые разогревались по ночному тарифу за счет электрической энергии, а в течение дневного времени отдавали тепло, и это получило экономический эффект. Допустим, очень активно работала в предыдущие годы Афанасьевский сельский совет, и он это позволило ему, допустим, и в селе Афанасьевка, и в Юрьевском сельском, и в Юрьевке, значит, за счет собственных средств областных открыть дополнительные группы в дошкольных учреждениях, оснастить их современной мебелью. У нас уже есть примеры, когда создавались, ну, то есть устанавливались вот солнечные коллекторы, которые, значит, с использованием солнечных батарей обеспечивали определенные заклады горячим водоснабжением или в режиме отопления также могли компенсировать затраты энергоресурсов. Ну, а все-таки более чаще простые по исполнению, но очень эффективные проекты замены, допустим, устаревших окон на металлопластиковые стеклопакеты, санация и изоляция помещений для экономии тепла. Много проектов касалось строительства спортивных площадок, в том числе вот в Вознесенском районе, и такие модные были, значит, течения в свое время, как, ну, эти, как их правильно назвать, спортивные снаряды, которые позволяют заниматься силовыми упражнениями и проводить соревнования по воркауту. И, ну, и много примеров. Я, как в 2014 году, у меня вот есть перечень, значит, у нас таких проектов, победивших, 10, и сумма, которую мы выделили в этом году, составляет 723 тысячи. Скажем, в Вознесенском районе, Вознесенская районная рада очень активно внедряет новые информационные технологии в
в образовательном процессе. Там это касается приобретения интерактивных досок не только и использования компьютерной техники, не только в общеобразовательных школах, но даже в дошкольных учебных заведениях. И примером этом Вознесенске я называю не случайно район, что там наибольшее примеров консолидированных усилий всех громад в достижении какой-то цели системно. То есть не просто ростки каких-то инициатив, а если уже берется проблема, она решается практически во всех сельских советах за счет этих проектов. Мне кажется, это сигнал тем будущим формированием объединенных громад, которые могут аккумулировать средства и браться за общие проблемы после достижения какого-то позитивного результата от процесу децентралізації, який ми чекаємо. Ви кілька прикладів навели з Вознесенського району. Я так розумію, що він один з лідерів, мабуть, цього конкурсу. Які райони є ще найбільш активними? Де найбільше проєктів? Значить, дуже активно себе веде Баштанський район. Мало того, значить, в Баштанському районі вони пішли ще далі і проводять свій районний конкурс вот примерно по той же методології. Очень активен Снегирёвский район, с некоторым опозданием, но почувствовал вкус, скажем, к нашим проектам Первомайский район. Я бы сказал, что Николаевский район в этом году впервые активно подключился, хотя это можно говорить пока только об Ульяновском сельском совете, но вместе с тем до этого мало из Николаевского района принимали участие. Что еще можно сказать? Методология проекта очень проста. Мы учли опыт наших нормативных документов, по которым проводился всеукраинский конкурс, и также привнесли в это в методологию наработки, с которыми нас поделились наши коллеги из Евросоюза, которые уже в третью фазу проекта «Местный развиток, ориентированный на громаду» у нас проводят в области. И вы были автором многих сюжетов, я знаю, когда вы выезжали в те громады, которые внедряли такие пропозиции. Разница только в том, что проект «Местный развиток», там субъектом подания есть громадская организация, но поскольку мы имеем дело с бюджетными деньгами, то субъектом подания у нас являются органы самоврядования. А, до речи, про бюджетные кошти. Яка сума выделена цього року? И чи буде вона у подальшому, может, збільшена с урахуванням умов, в яких мы опинились экономичных? Я думаю, в этом году 723 тысячи, как я уже сказал, 100 гривен. Но мое мнение таково, что с учетом реального удорожания и работ, и материалов, и так далее, нужно пересматривать даже вот эти объемы грантовой поддержки. Мы, кстати, это уже делали на ранних этапах. И я думаю, что депутаты уже следующего созыва, когда будут работать значит, над положением и дорабатывать его, и программы, учтут эти рекомендации. Говорят, деньгами не надо щекотать, ими нужно глушить, и тогда проблемы будут решены. Чудово. Я вам дякую за то, что вы нашли час відповісти на наши запитання. Дуже дякую вам. Спасибо. А вам, шановні глядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». А пленарне засідання, нагадую ще раз, сесія обласної ради відбудеться 30 липня. Репортаж дивіться у телевізійних новинах Миколаївщини. Взагалі залишайтесь на телеканалі «Миколаїв», буде ще цікавіше. Побачимось.